сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резного не взял, что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове 6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Забудь о Резнове. Ну же, Мейсон, у нас нет времени. Мир на пороге войны. Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу. Эти долбанные цифры. Это сигнал, Мейсон. Числа — это сигнал. Тебе промыли мозги. Ты был в Меконге. Шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос. Кравченко. Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму. Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Меконг в Лаос. Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение. Куратор. Что он сказал? Хадсон. ЦРУ сбило советский самолет с Новой 6 на борту. Он упал в Лаосе. Главное добраться до Новой 6, пока коммуняки не скрыли следы. Точно, пошли. Спецгруппа, так? Так. Они погибли. За пулемет и не умерли. Саш, да. М-202, Боуман, правый борт, заряжай. Мейсон, за штурвал. А что они скажут на это?
Этот парень погиб. Клянусь богом, Вудс плакал. Но виду не показывал. Всем свет, ублюдки! Пока ничего. Стоп! Что-то было между деревьями. Что бы там ни было, мы это упустим. Нас тут птичку сбили, как слышно. Здесь ничего. Херня! Омен, что случилось? Здесь чисто. Да. Самолет уже близко, Мейсон. Кравченко где-то здесь. Вижу вас, Пух 10. Добро пожаловать в рай. Это Кравченко. Я чувствую. Что, прости? Он где-то рядом. Я надеюсь. Они нашли самолет. Смотрите. Есть подтверждение. Эпицентр. Тела и груз раскиданы по всему периметру. Повторяю. Мейсон, направляйся к берегу. У нас мало времени. Пух 10. Это Центурион 3. Идите за мной. Можете идти в контакт. У нас ограниченная поддержка земли. Сажусь. Ключ Кравченко, Штайнеру и Драговичу. Один сторожит лодку. Все остальные за мной. Вперед! Движение. Идут прямо на вас. Движение. Центурионы 4.5. Прикрыть с воздуха. Что там? Химоружие. Снова шесть. Развелось после падения. Гранатометы, Чайна Лейк. Откуда у русских наше оружие? У них должен быть план. На V6 конец. Но смотри, карта местности. Похоже на базу Кравченко. В глубине Лаоса. Кравченко. Он умрет. Все, Мейсон. Идем. Смотри. Боумен, бери снайперку. Мейсон, Чайна Лейк. Сотрите этих ублюдков с лица земли. Принято. Шесть поражена.
Драгович, Кравченко. Мы долго ждали, Мейсон. Придется наверстывать. Он отправился к Ямантау, колыбели судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операций прямо перед смертью. И там Хадсон встретил... Пет, это Бегай-6, разрешите взлет. Бегай-6, занимайте четвертую полосу. Пет, подтвердите заправку у KC-135 в секторе Браво-6-9. Принято, Бегай-6. Заправщик встретит вас в секторе. Бегай-6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Пет, начинаю разбег. Понял вас, Бегай. Отрыв подтверждаю. Подъем, отрыв. И... рубеж. Убрать шасси. Шасси убрано. Это добегает в воздухе. Используйте индикатор цели, чтобы найти Кило-1 на радаре. Есть! Вижу их! Кило-1, это Бегай-6. Вижу вас на радаре. Понял вас, Бегай-6. У нас видимость 0. Наводите на ретранслятор. Кило, смещайтесь на восток. Техника противника на дороге. Прием. Убрать группу с дороги. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь в нем. Они проезжают мимо дома. Так, стоп. Противник остановился у дома. Пехота противника. Уничтожьте ее. На дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Понял вас, Бегай. Видим две цели. Устранить. Кило-1. Ответьте. Кило-1. Кило-1, на дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Принято, выдвигаемся. Видим две цели. Устранить. Направляйтесь к казарме. Первая цель внутри. Приближается крупный патруль. Кило, тормозите!
Кило один уничтожен. В казарме. Первая цель внутри. Приближается крупный патруль. Кило, тормозите. Держим позицию. Принято, Кило один. Вас не видно. Кило один. Все чисто. Мы над казармой. Внутри несколько целей. Кило один. Войти и зачистить. Понял вас, бегай. Бежи! Внутренняя связь выведена из строя. База накрыта. Идем к следующей цели. Принято, Кило один. Кило, следуйте на север. Кило один на подходе, пехота противника. 6 человек минимум. Слишком много. Укрытие и не высовывайтесь. Джейсон Хансен возглавлял атаку на Ямантау. Да, 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей среде. Вот и они. Всем лежать. Ждем. Ждем. Все, на подходе новый противник. В сторожку, быстро! Стоп! Лежать! Что такое? Открыть огонь! На подходе новый противник. В сторожку, быстро! Стоп! Лежать! Открыть огонь! Вроде новый противник. В сторожку, быстро! Стоп! Лежать! Открыть огонь! Что такое? Чисто! Бегай, это Кило один. Вы нас видите? Видим, Кило один. Видимость улучшилась. Начинаем операцию. Выходим к подстанции. Поиск. 4 бойца входят в постройку. Прием! Принято, бегай. Мы входим. Силовые реле под нами. 4 цели. Пошли.
готов, жду только тебя. Готов, жду только тебя. Бегай, это Кило-1. Мы взяли подстанцию. Вас понял. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите к следующей цели. Основная часть комплекса находится внизу хребта. Это Кило-1. Подходим к цели. Принято, бегай. Мы входим. Сила 1, множественные цели на подходе к станции. Они врубили тревогу! Открыть огонь! Пехота противника! Используй разрывные! Стреляй по петлям! Много целей! Хорошая работа, Кило-1. Вы держите периметр. Внимание, через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Тревога! Нас атакуют! Один, множественные цели на подходе к станции. Я вижу, это я! Бежим!
чисто. Хадсон, отключай радар. Бегай, это Кило-1. Подтвердите выход радара из строя. Прием. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Хадсон, слезь! Мы потеряли Хадсона. Лавина! Хадсон, беги! Вперед, вперед! Они зачищают территорию! Вперед! Всему комплексу. Хотят тут все взорвать. Быстрее, парни, у нас мало времени. Штайнер не здесь. Закрывается! Что это? Это Фридрих Штайнер. Он глушит наши рации. Он знал, что мы здесь. Эта камера, он видит нас. Драгович решил похоронить все и всех причастных к проекту Нова. Уверен, я следующий. Что тебе нужно? Цели по Соединенным Штатам. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска Новый 6. Боевой Новый 6. Передача цифр. Что она означает? Я расскажу вам все в обмен на безопасность. Я на острове Возрождения в Аральском море. Выбор за вами. Сейчас! Держись! Держись! Не выкладывайся!
6. Вьетнам и Лаос были полигоном для испытаний. Его агентурная сеть по всем Соединенным Штатам только и ждет сигнала выпустить новую 6. США вторглись давным-давно. Коммунисты ждали. Не готовили туда. А я что могу сделать? Ты знаешь о спящих агентах. Мейсон. Мейсон, слышишь? Вот. Драгович с нами играет. Мы крепко влипли. И отлично это понимали. Полман всклипывал. Он сдался. Его можно понять. Полман! Я устал. Скорее бы все кончилось. И зря это, Полман! Черту! Чарли! Полман, нет! Ты труп, американец! Последний шанс. Играй или умирай. Я тебя не боюсь. Сволочь коммунистическая. Боуман! Боуман! Ах ты, сукин сын! Дальше. Я вас всех перебью! Не трогай меня! Вот. Черт! Сволочи! Они еще поплатятся! Ты! Молчи! Игра! Какой план? Я думаю! Молчать! Наш шанс, Мейсон! Попробуем! Окей! Ба-ба-бап! Меня ты не убьешь! Теперь ты стреляй, ну! Чёрт! Теперь давай! Эйнлайн! Готов! Игра! Да-ба-ба! На 6 и на 8! Боумана. Пошли. У нас времени в обрез. Комплекс Кравченко недалеко. Пришел его последний дип. Вертолет. Мы захватим его. Все чисто. Полетели. Ладно, что на борту? В локу В-32 12-миллиметровая носовая. Похоже, они готовы к Третьей мировой. Система заряжания включена. Обороты в норме. Беру управление. Система заряжания включена. 12-миллиметровая пушка готова. Полная мощность. Готов? Готов.
Я поднимусь на уровень верхушек и передам управление. Все чисто. Сообщу о появлении целей. О любых вражеских целях, ясно? У нас есть координаты комплекса Кравченко. Пойдем над рекой. Понял, передай управление. Давай. Смотри в оба, чтобы нам яйца не подстрелили. Принято. Сампан на реке. Похоже, это там на мосту 50-й калибр. Зачистим его. Внизу дорога, захваченная Чарли.
Укажите свой курс, прием! Дело дряни! Надо подобраться ближе! Ты должен быть перед вами!
Ракеты кончились! Все перезарядки! Дорога ребятушка! Ты не видишь? Возьми его в ход! Забьем этого паразита! Бери его ко мне! Я с ним разберусь! Есть! Я побыл в земле! Один готов! Давай на очереди! Сукины дети! Комплекс Кравченко чуть южнее! Садимся на вырубке! Не обязательно скрываться. За дело. Санитар! Я тебя вытащу. Тут Кравченко. А! Он не уйдет! Я думал, ты погиб. Меня захватили на реке и притащили сюда. Меня готовили к депортации в России. Драгович хотел сам решить мою судьбу. Теперь мы сами решаем, признал. Мы должны убить сами. В этот раз, Мейсон. Ты опять. Надо было убить тебя в Воркуте.
Ты попался, сукин сын! Ты умрешь со мной! Спокойно, Мейсон. Вот. Ты цел. Ты цел? Мейсон. Признав. Кравченко мертв. Драгович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Где станция, передающая цифры? Все должны умереть.